ужасную экологию. Мы имеем неимоверно разбогатевшего Назарбаева, его семью, его окружение. Вот что мы имеем. Я хочу, пусть ответит. Как такое в богатой стране бедный народ? Как такое произошло и как это могло быть? Мы ничего не требуем. Мы хотим просто жить, чтобы у людей были нормальные зарплаты, медицина, образование. Все в упадке. Нужно как-то уже... Народ устал, понимаете? Терпение кончилось. Людям нужно хоть чуть-чуть помогать. Да. А что задерживают, скажите? Это журналист, проверьте удостоверение! Это журналист, последний! Удостоверение, проверьте, это журналист!